На старт, внимание, марш до традиционной лыжни России остаются считанные дни. Все регионы уже на низком старте. Как идет подготовка к массовому спортивному мероприятию в Чувашии, рассказал министр спорта Сергей Шелтыков в режиме видеоконференции. Его провел министр спорта России Павел Колобков. Лыжня России проводится с 1982 года. В этом состязании участвуют не только любители, но и профессиональные спортсмены. У каждого региона за это время уже появились свои особенные традиции. Так, в Туле, в которой, кстати, пройдет центральный старт в этом году, всех участников будут угощать пряниками. В Чувашии лыжня России проводится с 2005 года. Министр спорта республики Сергей Шелтыков рассказал участникам видеоконференции об особенностях подготовки к лыжне в Чувашии. В этом году 26 площадок определены для проведения лыжни России. Основной старт, центральный старт, конечно же, у нас будет проходить в городе Чебоксары, в столице. Ожидаем здесь участие 13 тысяч человек. Все организационные вопросы на сегодняшний день решены. Программа спортивного праздника сформирована. У нас хорошей традицией стало проведение лыжни России и в сельских поселениях.